Ты не хочешь, чтобы тебя звали моим парнем, то как ты хочешь, чтобы тебя называли? Мы делаем друг друга несчастными. Реликвия — это семейное наследие. Ну, это отвратительное семейное наследие. Со сколькими людьми ты переспал? Что, ты хочешь знать правду? Без разницы, согласен. Убирайся. Просто сегодня не время. Это как снять пластырь. Нужно просто его оторвать. Мне нужна срочная помощь. Ты что-то чувствуешь? Опоздавший, я в порядке. Ты далеко не так в порядке, как я думал. Ты обжег своего партнера, что-то выделяешься из твоих пор. Если ты в беде, дай нам знать. Я увижу, если придется выйти на меня. Я старался сделать это легко.